Всем привет! Вы на канале, где обсуждаются последние новости фигурного катания. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова подвела итоги женского турнира на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, где победу одержала Александра Трусова. Так, судейство я вообще не хочу обсуждать. Мы видели праздник фигурного катания, и это было необыкновенно. У Трусовой фантастические прыжки. Не случайно она попала в книгу рекордов Гиннесса. Мужчины так не прыгают четверной лутц, как делает это она. Да, допустила помарки, но она сделала два четверных, один из которых с тройным тулупом. Я за нее очень рада, она уникальная спортсменка. Предполагаю, что для Трусовой конкурентом является она сама. Саша большая спортсменка, она соревнуется с собой, ставит перед собой задачи и идет к ним. Я также в абсолютном восторге от Валиевой. У нее был неудачный прокат, но она все равно производит неизгладимое впечатление своими линиями, пластикой, удивительными вращениями. Первое выступление Валиевой было без элементов ультраси, она делала то, что ей просто. Там не было акселя в 3,5, ни четверных. У Камилы не было сверхзадачи. И как только сверхзадачи свалились, ей далось это труднее. Такие элементы забирают очень много психологической энергии. Но Валиева очень хороша, ее ждет очень большое будущее, сказала Бестемьянова.